Итак, ребят, всем привет. Сейчас небольшое включение, буквально минуточек на 5. Сейчас я вам расскажу, что я сделал, в принципе, тут все. Как оптимизировал немножко наш блокнотик, чтобы он получше учился, из-за чего это произошло. В принципе, такое небольшое видео буквально, потому что вы все уже знаете, там просто новый блокнот. Он ничем не отличается от предыдущего блокнота, как с тенсорбордом был, один в один. В принципе, так что показывать я вам его не буду. Просто сохраняем новый блокнот к тебе. Там просто поменял некоторые конфиги, в общем, оптимизаторы наши. И у нас получился все получше. Сейчас я вам покажу на графиках. Смотрим, смотрите, ребят. В общем, вот у нас два метода. Стандартный метод, который мы сейчас используем, вот таким вот у нас розовеньким цветом обозначен. И что я сделал? Почему так все произошло? Почему у меня все здесь вниз поехало? Смотрите, вот это наш Lost the Total, наше обучение, то есть как учится наша модель. Она у нас очень сильно опускалась в самом начале. И из-за этого у нас Lost GFM начинал расти, то есть модели уже не на чем было обучаться. И вот это основная была проблема. Сейчас что я сделал? Я сделал постепенное снижение, смотрите. Lost the Total, то есть наша модель прогрессирует от эпохи каждой к эпохе нашей. Она прогрессирует. А лосс GFM из-за этого у нас упал, потому что у нас идет постоянный прогресс, и он меньше стал. То есть, когда вот этот график меньше и вот этот меньше, это вот так вот. У нас почему здесь было прекращение в основном, потому что у нас лосс GFM рос, и он нивелировал за собой падение графика лосс D Total. Сейчас же все это выглядит вот так примерно. То есть, здесь было сделано 150 эпох было сделано, и отличие, смотрите, на 4 пункта, это 10% в принципе, то есть неплохого результата, я считаю. И то есть он, смотрите, идет в отрыв дальше, то есть наш график начинает еще падать больше. Что еще сказать? Обучение модели стало быстрее, посмотрите, вот за стандартная модель у меня обучалась 31 минуту, а модифицированная модель 26 минут, то есть побыстрее еще стало обучение идти. Сейчас тестирую тоже DivGraph, в принципе, у меня есть он добавлен. Возможно, когда-нибудь тоже вам его выкачу. Здесь обновление идет, ребят, смотрите, каждые 20 шагов, смотрите. 380, 400, 420, 440, 460 и так далее. То есть каждые 20 шагов у нас создается новая точка, чтобы мы отслеживали. У вас, да, может быть всякие вот эти то падение, то не падение, но вот это можно вот все вот этим вот смокингом, то есть сглаживанием, нивелировать. То есть можно вообще 999 поставить сглаживание. И смотрите, как здесь все четенько. То есть у нас нет таких вот резких перепадов, как у нас по умолчанию стоит. Не забывайте вот этот график откручивать. Смотрите, вот здесь какой-то бред получается, ни хрена непонятно. Надо прекращать тренировку, не надо. Вот когда только мы крутанем вот в максимум 0.99 поставим, здесь становится все уже более-менее понятно. То есть блокнотик новый, в принципе, просто сохраняем, ребят. Здесь практически ничего особо не поменялось с ним. Не забываем поменять вот здесь вот ключ для N-грока. Еще, ребят, хотел показать вам, сейчас покажу. Смотрите. В общем, помните, я вам говорил то, что вам нужны вот файлы индекс, PTH, 0, вот этот и вот этот. Чтобы у вас показывали слоги, вам нужны вот эти 6 файлов. На самом деле нет, вам нужен только вот этот один файл, который events написано, и у него в конце нолик стоит. То есть можете скачать просто один events, вот этот файл, он 16 мегабайт всего весит. И у вас будет тоже TensorBoard, в принципе, отображаться. Итак, что еще хотел сказать? Еще хотел сказать, новое видео. Какое будет новое видео, скорее всего? Скорее всего, хочу вам записать видео о том, почему наша модель так хреново разговаривает. Почему у нас есть акцент, окончания какие-то невнятные, буковка R не выговаривается ни хрена. Хочу более такая углубленная версия, как происходит вообще машинное обучение, вам рассказать, и почему у нас вот есть такие проблемы. Есть вариант этот решить, но, во-первых, это займет достаточное количество времени, финансовые затраты будут достаточно такие существенные, но это решить можно. Я вам, скорее всего, на следующий
Следующий ролик будет об этом. То есть он будет в роли вот такого подкаста. Я вам ничего показывать практически не буду. Я просто вам буду рассказывать, как происходит это машинное обучение и почему у нас все получилось. Это более такая углубленная тема. Кому интересно, можете послушать. Это будет следующее видео, скорее всего. И там как раз-таки я скажу, как можно улучшить, в принципе, вот все это произношение. Но для этого нужно очень будет хорошо постараться. Так что, ребят, всем большое спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на наш телеграм-канал. Там 200 вроде бы человек. В принципе, там не забываем нажать, то есть, на иконочку подробная информация. И там чат есть, кнопочка тоже. Не забываем нажимать, а то у нас где-то человек 50 сидит в чате и человек 200 в канале. Ребята там очень круто там объясняют все, друг другу помогают. Очень все круто, всем большое спасибо. Я не могу иногда ответить, ребята помогают. То есть дружный у нас коллектив собрался. Еще что? Ну также не забываем, ребята, конечно же, подписочка, лайк, колокольчик. Это все не забываем, это все приветствуется. Ну и хочу вам пожелать хороших выходных. Потому что сегодня у нас воскресенье. То есть хорошего выходного, ладно. Потому что завтра у нас понедельник. Так что, ребят, всем огромной удачи, счастья. Всем пока-пока.